А это одичавшая роза. Вот она какая. В траве давно растет. Там домик заброшенный. И розочка. Сколько ей лет неизвестно, но она, кстати, она сеется по земле. Наверное, после пожара вот она вырастает, она большая. Дикая роза. То есть одичавшая. Она не дикая, она домашняя какая-то. Но уже в природе растет. Вот она. Какая розочка в ежевике.